Более 1000 голов, 200 матчей между командами. В Магадане определили победители регионального детского турнира «Кожаный мяч 2017». У них все как в большом футболе. Крики трибун, тренеры и правила. Пенальти и желтые карточки. На поле старшая возрастная группа. Острые моменты почти каждые 3-5 минут. На кону титул чемпиона. Финальный свисток сегодня 4 раза. Кому-то приносил победу, кому-то титул победителя. В этом году 3-0 в пользу команды «Атлетик». В течение месяца за право выйти в финал турнира «Кожаный мяч 2017» боролись 500 футболистов из 46 команд города и области. Самому старшему игроку 17 лет, младшему 10. Мы проигрывали 2-0 по началу. А потом во втором тайме мы забили 4 гола. Вот. Мне это больше всего запомнилось. И радость. Игроком. Вот. Не хотелось проигрывать. Мы заняли второе место. Это непереносимые эмоции. Мне так нравится участвовать в кожаном мяче. Главный приз достался командам «Атлетик» 30-й и 24-й гимназиям, 4 возрастных групп. Кроме золотых медалей и кубка, в этом году чемпионы получили еще один приз. Компания «Полиметалл» вручила «Зеленому острову» 30-й и английской гимназиям денежные сертификаты.